Ассаляму алейкум. Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня мы проводили оплату штрафа по уголовному делу относительно Шевкета Разакова по статье 319. Это мировой судья Бахчисарайского района присудил ему 20 тысяч штрафа за якобы плевок в лицо сотруднику правоохранительных органов, сотруднику спецназа, насколько я помню. Что можно в двух словах сказать об этом деле? Естественно, ну, в принципе, как и обычно уже у нас тут завелось в Крыму, прямых доказательств о его вине не было. То есть на видео было видно, что был совершен им какое-то действие, но по отношению к кому, в кого попало или не попало, на видео видно не было, естественно. То есть суд не должен был рассматривать это как доказательство. Во-вторых, свидетелями суда были учтены только лишь сотрудники правоохранительных органов, а, собственно, насколько мы понимаем, их свидетельства не должны учитываться, во всяком случае, в суде, потому что, ну, как мы расцениваем, это однобокие свидетельские показания. Относительно оплаты штрафа, хвала Всевышнему, все прошло без проблем. Естественно, поначалу банк утверждал, что у них нет счетной машинки, чтобы посчитать наш штраф. Ну, по воле Всевышнего все прошло хорошо. В конечном итоге штраф заплатили, и Шевкет Ахай теперь у нас ни в чем не виновен. Шевкет Ахай. Ассаламу алейкум. Хочу поблагодарить тех людей, которые проявили солидарность по отношению к проблеме народа. И вот я с этих денег, с этого крымского марафона оплатил сегодня штраф. Джазакаллах хайрен. Пускай Аллах вознаградит тех, кто участвовал в этом марафоне.